13-я – одна из старейших школ в Самаре. История начинается в конце 19 века, когда княгиня Александра Хованская открыла здесь частную школу, получившую позднее статус третьей Самарской женской гимназии. Здание на пересечении Николаевской и Заводской. Сейчас это улицы Чапаевская и Венцика. Было построено в 1858 году. Изначально двухэтажный дом предназначался для целей коммерческих. Позже его выкупила княгиня Хованская, чтобы открыть здесь гимназию. Образовательному учреждению площадей требовалось больше, поэтому и надстроили третий этаж. Увековечить память об основательнице гимназии решили ученики современной 13-й школы. Провели конкурс на лучший эскиз мемориальной доски княгини Хованской. Школа выиграла грант Департамента образования. Задумку воплотили в жизнь. Новый учебный год начинают с события исторического – открытия мемориальной доски у входа в школу. Это важна память о людях, которые основали нашу школу. Нам было интересно этим заниматься. Мы участвовали в проектах, выигрывали. В современной школе растят активных граждан. Больше 10 лет здесь действует система школьного самоуправления. У нас приоритеты – это воспитание гражданской, такой активной гражданской жизненной позиции наших учеников. Человек, который может увидеть, что нужно, ну, в данный момент в школе, да, или району, или городу, и что для этого нужно сделать, вот задача воспитать такого человека. В Самаре реализуется реформа системы местного самоуправления. Появились и уже активно работают общественные советы микрорайонов. Они помогают в построении диалога между властью и жителями. Конкретные задачи на местах решаются оперативнее, воплощаются в жизнь проекты, важные и нужные людям. В сентябре в Самаре определится состав районных советов депутатов, в который тоже войдут люди с активной жизненной позицией, нацеленные на созидательное развитие города. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.